Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга, и тема нашего расклада сегодня в такой особенный день, в такое особенное время на суженого, на мужчину по судьбе. Кто сделает предложение, кто будущий муж? Итак, мои дорогие, давайте посмотрим. У нас сегодня необычный вообще формат будет. Мы подключим свечную магию. И для начала, да, вот вы загадываете, что это вы, эта свечечка, это вы женщина, это вы любимая, это вы женственная, прекрасная, и мы будем притягивать любовь в вашу жизнь, мы будем притягивать настоящего, крепкого, надежного, любящего, любимого человека, который станет вашим мужем. Открываем дороги для него, открываем пути, открываем ему глаза, рассеиваем туманы, рассеиваем невзгоды, чтобы нашел к вам дорогу, чтобы любил любовью настоящей, чистой, безоблачной, чтобы никто не смог перейти вам дорожку. Итак, мои дорогие, вы вот эта свечечка. И вы сейчас прямо себе загадываете, называйте свое имя. Я ваше имя. Изъявляю истинное желание, чтобы пришел в мою жизнь человек, любящий, любимый, который позовет замуж, который меня сделает счастливой женщиной, с которым я буду жить в счастье многие годы. Итак, мои дорогие, давайте начнем. И для начала мы вот восстановим эту свечку. Да, поставим ее ровненько. Зажжем ее, чтобы вот эта свеча освещала путь вашему человеку любимому, чтобы нашел к вам дорожку, чтобы никто его с пути не сбил, чтобы никто вашего счастья не мог остановить. Итак, мои дорогие, у меня вот такая вот магическое масло, индийское. Это масло пальмароссы, растение которого растет в Индии. Оно используется, когда наряжают невесту, когда проводят ритуалы, связанные с любовью, с призванием любви, с гармонизацией семейных отношений. Это масло, оно именно женское, женской красоты, женской любви. И оно очень обширно, вот именно в индийских ритуалах оно применяется. И здесь мы в нашем ритуале воспользуемся вот этим маслом пальмарозы и капнем немножечко на свечу, активизируя наш ритуал, активизируя наш обряд, чтобы действительно наряжалась невеста, чтобы видел мужчина в вас свою невесту, свою супругу, и чтобы ваши отношения в будущем были гармоничными и чистыми. Итак, мои дорогие, зажигаем вот эту свечу, настраиваемся на это пламя. Можете буквально промедитировать на это пламя. Если вы желаете, слушайте расклад. Он будет как призыв лучшего в вашу жизнь. Итак, мои дорогие, зажигаем. Загадывайте свое желание, загадывайте свою любовь, свою счастливую жизнь. И пусть она вот так вот безоблачно в вашей жизни сияет, как эта свеча. Вот я так хочу настроить, чтобы всем было видно. Чтобы было видно вот эту свечку. Так, лучше, наверное, в эту сторону. Так, 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 так. Ищем место для нашей свечи. Мы, наверное, вообще вот эту в сторону отодвинем. А вот эту поставим на почетное место. Итак, мои дорогие, все приготовления готовы. Я надеюсь, что вам видно свечу. Итак, для начала, мои дорогие, давайте посмотрим на Таро. Да? Карта бланка императрица, карта бланка императора, муж, жена, семейная пара. Вот сегодня мы посмотрим именно в таком формате. И сейчас мы в произвольном порядке вкладываем карту бланку женщины, карту бланку мужчины.
И давайте посмотрим, в каких энергиях вы выйдете по отношению друг к другу на сегодняшний день. Знакомы, незнакомы, далеко, близко. Как произойдет встреча, какое будет первое впечатление, каким будет развитие этих отношений. Все посмотрим. Итак, давайте начнем. И поищем, да, мужчина-женщина. Мужчина-женщина, император-императрица, муж-жена. Смотрим. Смотрим, муж-жена. На вашего суженого. Муж есть, муж есть. Есть. Мужчина вышел нам. Давайте посмотрим, где же вы находитесь, далеко ли, близко. Ой, женщина вышла. Сильная, красивая. Ну, девочки, я вам скажу, да, очень хорошо. Очень хорошо. Давайте будем смотреть ближе, больше. Вот ваш мужчина, зажиточный, богатый мужчина, я вам скажу. Итак, давайте посмотрим вас, очень сильная. Действительно, вы притягиваете к себе, красивая женщина. По старшему аркану сила вышли, очень в себе уверены. Вы знаете, да, умна, да, где-то умеете подняться над некой рутиной жизненной и увидеть как-то ярче, больше мир. Давайте посмотрим. Вы сейчас, в сегодняшнем дне, карта сила, прекрасная карта. Карта парной женщины. То есть вы желаете быть в паре. Вы хотите таких вот прямо семейных отношений, верных отношений. Действительно, в отношениях открываетесь прекрасно. Сейчас немножечко, как знаете, на высоте. Оставляя какую-то мирскую суету позади, поднимаетесь вот просто над этим всем. Много каких-то задач, много каких-то желаний вас сейчас. Давайте посмотрим. Вы сейчас, в сегодняшнем дне. Девочки, прямо, знаете, выходит женщина, которая закрывает сердце мечом сейчас. Очень вероятно, вы прямо не размениваетесь. У вас действительно сейчас есть выбор. У вас есть из кого выбирать и что выбирать. Вы не спешите в своем выборе и где-то преднамеренно закрываете сердце мечом. Очень вы осторожны. Да, действительно, размышляете как-то вот... Лучшего хотите в свою жизнь, безусловно. Очень умная, эрудированная женщина в таком предельно своем стиле, очень элегантно. Есть у вас какая-то хрупкость и нежность, и как в панцире все. Очень может быть, что прячете свою вот эту нежность, боитесь раскрыться, открыться, чтобы не вытоптали вот эти ваши цветы, не вытоптали, знаете, грязными сапогами. Очень чувственная женщина внутри, но к ней когда стучаться надо, очень сейчас прямо как в панцире каком-то, как в броне. Где-то свое прекрасное платье вы повесили в шкаф. И очень где-то сейчас прямо предельно осторожны и, возможно, где-то напряжены. Мужчины вокруг вас есть, но, возможно, видите немного слабыми их. То есть жизнь настолько бросает жесткие вызовы, что вы хотите прямо сильного партнера, сильного мужчину рядом с собой, а не так какое-то баловство. Потому что вы, несмотря на какую-то строгость и такую, знаете, мощь, внешнюю, да, характера, вы где-то колючая можете быть, вы можете быть очень такая, как стоите за свое, можете отстоять свой интерес, свои права, вы очень такая бойкая, вы высказываете правду в глаза, вы очень боретесь, такой борец по жизни, но вы очень хрупкий человек, вы очень нежная женщина внутри, и вот знаете, прямо хочется вот такого мощного человека, чтобы было легче жить, потому что вот какие-то, знаете, лямурчики, вот такие, знаете, нежные мальчики, они все же не про вас, потому что вам нужна защита.
вам нужна защита, вам очень хочется снять вот эту броню и одеть прекрасное платье, и быть нежной, и быть роскошной, и быть любимой. А рядом с нежным мальчиком так не будет, там еще его нужно защищать. И здесь у вас, конечно, есть своя позиция. Вы отсекаете на корню, хоть, возможно, вам очень хочется любви, и вы прямо открыты для отношений, для любви. Я не вижу, чтобы вы закрывались. Но вам так надоело вот эта инфантильность какая-то, где-то беззащитность окружающих мужчин, как бы его еще нужно защищать. И здесь, конечно, у вас позиция лучше быть одной, да, чем быть слабым мужчиной. Жду сильного человека, который сможет меня защитить, от которого я захочу принять некую энергию. Я вижу, что вы очень притягательная женщина и действительно транслируете силу, что вы сильный человек. Но внутри это очень хрупкое и нежный цветок. Очень хрупкий, очень нежный. И даже, знаете, вот как такое ощущение, как будто вот в цветке листья мощные, да, сильные, и они как бы прикрывают вот этот цветок. Но цветок сам по себе чрезвычайно нежен. И я вижу, что у вас есть какой-то определенно свой цвет, любимый для вас, который вам, безусловно, очень к лицу. И покупайте больше вещей, вот именно любимого цвета. Пусть это будет, пусть это некая демонстрация вашего внутреннего состояния. Я вижу, что это какой-то вот прямо, возможно, где-то неопределенный цвет, да, нельзя сказать, что это там фиолетовый или розовый или желтый, да, это что-то вот так, как в природе встречается. Вот почему-то вот мне идет, что вам вот что-то такой особенный какой-то цвет нравится. И это цвет, который вас сейчас говорит о вас, какая вы есть женщина. Потому носите его, пусть он увеличивает вашу энергию, вашу цвет вашей энергии, да, ваше внутреннее прекрасное состояние, потому что оно здесь действительно прекрасное, полна нежности, полна любви, полна вот женственности, просто великолепная женщина. Но я вижу, что да, сейчас прямо броня. Очень может быть, что какое-то неспокойное, тревожное время вообще в окружении. И я вижу, что есть некие лучи солнца, да, которые показывают, что в вашей жизни есть и люди рядом, которые вас поддерживают и любят. Но есть некие незатронутые нюансы. То есть там, где вы хотели бы большего прояснения и большего проявления своего внутреннего. Ну, давайте посмотрим еще. Очень такой надежный человек. Я бы сказала, что вы прямо такая опора для людей, которые близки вам. Вы человек, на которого прямо можно опереться. Вы сейчас, в сегодняшнем дне. Боже, какая женственность, какая красота. Это просто. Вот действительно, в шаге снять броню. И вы соответствуете аркану императрицы. У вас очень много женских энергий, прекрасных женских энергий. И вы прямо в шаге, чтобы стать императрицей. В шаге, чтобы реализоваться, открыться как женщина. Здесь может быть прямо молодая девушка, может быть женщина в возрасте, которая очень много прожила. Но вот есть некие, знаете, струны души, которые не были, да, вот эти нотки, они не прозвучали, а им надо прозвучать в вашей жизни, а им нужно, да, звучать вот в вашей жизни. Ну, давайте посмотрим еще. Вы сейчас, в сегодняшнем дне, время пришло переменам, время пришло вам стать императрицей. Это воистину ваш расклад, и очень большая вероятность, что именно время пришло встретить своего человека, именно того мужчину-защитника, который будет сильнее всех, который выйдет для вас на первый план, потому что, ну, здесь просто ярко очень выходит, что эта встреча состоится, и состоится уже в скором времени, как приближается время вам стать императрицей. Давайте посмотрим немножко ваше внутреннее состояние сейчас. Ну, вот и опять старший аркан силы. Очень сильный. Я вижу, что вы прям притягиваете мужчин. Вы как будто бы как закрытыми глазами. Не хочу размениваться, хочу чего-то настоящего. И где-то, возможно, преднамеренно, да, выставляете определенные грани. Потому что истинная любовь, она все пройдет. Истинный мужчина, смелый, да, мужественный, он пройдет абсолютно все.
Да, ну вот судьба вам благоволит. Я вам скажу, что действительно в вашу жизнь идут прекрасные яркие перемены. Перемены, о которых вы мечтаете, вы очень сильно о чем-то мечтаете. И судьба свяжет ниточки ваши так, что ваша мечта действительно осуществится. Посмотрите, вышло три старших аркана, которые показывают, судьба уже связала как некие нити, да, и то, о чем ты мечтаешь, оно осуществится. Скоро будет какая-то ключевая встреча, ключевое знакомство, ключевое событие в вашей жизни, событие, о котором вы мечтаете. Возможно, сейчас вы, да, что-то загадали, вы действительно имеете некую мечту. Вот прямо карты показали, есть сила на осуществление. Сама судьба поможет вам, чтобы то, о чем вы мечтаете, осуществилось в вашей жизни. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне очень мудрая женщина, действительно, вы как-то не принимаете поспешных решений, не впадаете в какие-то иллюзии, очень взвешенно и очень мудра. Сейчас действительно в жизни что-то как, вот знаете, какие-то вести, возможно, какие-то, ну, тревожные, возможно, потому что здесь идет момент, вы как на лезвие ножа, как в ожидании чего-то, какое-то напряжение присутствует. И я вам скажу, что да, был какой-то период, когда вы все время что-то отсекали, что-то было главным, что-то было важным. Возможно, это какие-то события в жизни близких и родных для вас людей. Возможно, это какие-то события, когда вы считали, что это главнее, это важнее, а личная жизнь как бы немножечко в сторону. Но я вижу, что вот на сегодняшний день пришло время сделать шаг, да, сойти с вот этого лезвия ножа и наслаждаться жизнью, а не жить, знаете, вот как-то все время в напряжении. Пришло время вам как-то расслабиться, вспорхнуть и наслаждаться жизнью. Вы сейчас, в сегодняшнем дне, как-то погружены в какую-то суету. Какую-то суету, возможно, даже в какие-то воспоминания. И очень хорошо вы замечаете взгляды мужчин вокруг вас. Но то ли это, те ли это взгляды, те ли это мужчины, это большой вопрос. Все же, знаете, вот, возможно, ждете своего лучшего аккорда, ждете свою лучшую песнь, да, свою лучшую музыку в жизни. Очень мне проходит, что да, были в вашей жизни истории, были в вашей жизни отношения, которые остались позади, которые уже какими-то опавшими листьями, да, уходят из вашей жизни. Но еще очень многое впереди, еще очень много прекрасного и очень много таких ярких моментов. Вы сейчас. У вас впереди перерождение. Вы знаете, что для некоторых может пройти это как новая волна в жизни, новый цикл в жизни. Но я вам скажу так, для некоторых, для молодых девушек, что-то будет в первый раз. А для кого-то это будет, знаете, некое обновление, новый период в жизни. Совсем он будет отличаться от вашей предыдущей жизни. Он будет так наполнен прекрасными и высокими энергиями, прекрасными эмоциями. И здесь, конечно, проходит момент перерождения, перемена. Вы знаете, что очень значимая перемена вас ждет. Очень значимая, очень много сильных старших арканов. И очень такая значимая перемена у вас впереди. Некое прошлое, вот знаете, оно как отсекается, оно уходит. Действительно, что-то истинное и настоящее идет в вашу жизнь. То, чего не избежать, то, что должно пройти, да, те струны, которые вот были не затронуты, они здесь должны прозвучать. То есть, да, для кого-то это может быть прямо такая зрелая очень любовь, вот в зрелом возрасте здесь очень проходит, а для кого-то это может быть прямо, знаете, вот новые нежные чувства, что-то абсолютно, да, то, что буквально наполняет сердце. Ну, давайте посмотрим еще. Сейчас, в сегодняшнем дне вы. Сейчас вы. Вот нет того мужчины. Я вот просто я вижу, знаете, вы нет тех поступков. Вот правильно сказать, нет тех поступков. Есть какие-то упущенные, да, отношения. Есть какой-то мужчина, который вот не может о вас забыть. И какие-то упущенные свои шансы сейчас рассматривает по отношению к вам, да. Что-то взвешивает, что-то раздумывает, передумывает.
Но я вижу, что у вас новый восход. И в этом новом восходе, в этом новом периоде жизни вы действительно императрица. Вам не избежать. Я очень ярко вижу некий момент, что, возможно, в периоде вот этого цикла, вот этого года у вас действительно будет знакомство, которое приведет вас к новому солнцу, к счастливому будущему, где вы императрица. То есть явно идет, если вы сейчас одна, вы встретитесь с мужчиной, который станет вашим мужем. Это да, потому что карта, ну прямо ярко очень показывает, что вы прямо в периоде нового, в периоде перерождения, в периоде глобальной перемены вообще в вашей жизни. И, возможно, кто-то желает, знаете, что-то оставить, потому что много ценного, да, вот в нынешнем дне, здесь и сейчас. Поверьте, лучшее пойдет с вами в будущее, лучшее останется с вами. Ну, вот так вот, давайте будем смотреть нашего мужчину. Мужчину, который идет в вашу жизнь, в ваше пространство, вашего императора. Знаете, очень такой бойкий мужчина. Я бы даже сказала, что этот человек сейчас может быть в какой-то вот непростой ситуации в своей жизни. В какой-то борьбе, возможно, конкурентной. Возможно, очень, что этот человек при оружии, при должности, при каком-то, знаете, статусе определенном в своей жизни. Давайте будем смотреть. Давайте посмотрим. Итак, мужчина, который войдет в вашу жизнь, в ваше пространство. Как-то вот он резко прямо появится. Деловой человек, мастер своего дела, очень такой авторитетный мужчина. Очень авторитетный, к нему прислушивается, он имеет некий жизненный опыт, очень серьезный, очень собранный человек. Я вам скажу, он прямо такой современный, очень может быть какие-то новые технологии, очень много информации, быстро реагирующий, быстро действующий человек, очень хорошо выглядит. Очень хорошо выглядит этот мужчина. Есть какая-то, вот какие-то тайны, конечно, у него. То есть это идет момент, что не все он может рассказать. Не все он может рассказать. Человек прямо деловой и очень хорошо зарабатывает. Давайте посмотрим. Ну, по иерофанту, да. Девочки, смотрите, мужчина может быть задействован в всех стихиях. То есть он может заниматься очень разными сферами деятельности, то есть это может быть и строительство, это может быть и служба, да, но он везде добьется успеха. Где-то этот человек прямо проходит как мужчина, который руководит людьми, который где-то что-то планирует, который имеет авторитет и руководит людьми здесь. Да, очень вероятно, что этот мужчина может быть задействован с документами, с законом, очень хорошо разбирается в этом. Вообще-то он успешен в том деле, где он сейчас находится, он прямо как номер один. Вы знаете, по иерофанту я вам скажу, и здесь, конечно, все карты указывают на то, что человек свободен сейчас. У него могут быть какие-то отношения, но они абсолютно, знаете, не имеют... ну, давайте будем спрашивать напрямую. Вообще-то сфера деятельности мужчины – управление людьми. И он может быть задействован и в торговле, он может быть задействован в каких-то силовых структурах, потому что, ну, прямо мощный человек выходит и сейчас, знаете, в какой-то вот борьбе конкурентной вообще находится. Сейчас у него прям тревожно так, тревожно вообще по жизни. И очень где-то ему не хватает стабильности, не хватает партнерши, по сути, потому что вот отношения то ли есть, то ли нет, все как-то вот на грани, все как-то, знаете, вот не пойми что, как в тайне, как будто бы он в поиске своей женщины, понимаете, как в поиске. Но мужчина очень привлекателен, он интересен женщинам, и действительно в зоне интереса женщин, очень такой интересный человек. Давайте посмотрим еще личную жизнь, да, вообще вот меня интересует этот вопрос. Личная жизнь этого человека сейчас. Личная жизнь. Ох, девочки.
Ну, что я вам скажу, там какая-то вот прямо, ну, вот на грани, ну, вот на грани. И, вы знаете, все-таки туз мечей показывает что-то, как отрезано, отрублено, в конце концов будет. То есть сказать сейчас, на сегодняшний день, и присутствует как один. Как один, возможно, есть какие-то отношения у этого человека, но я вижу, что они буквально как на грани у этого мужчины, и они вот-вот прямо вот заканчиваются, потому что вот как принято некое решение по поводу вот отношений, которые есть у этого человека сейчас. Давайте посмотрим материальный план этого мужчины, что сейчас в материальном плане у него. Ух ты! Ну, вы знаете, такой боец, не бросает на полпути. Вообще-то у него цель, которая касается недвижимости. Этот человек очень занят, он очень востребован. Где-то действительно нам проходило, что человек мастер своего дела, и он очень востребован сейчас. У него очень много работы. Он знает свое дело и как-то вот прямо крепко держит ситуацию под контролем. Очень проходит мне момент, руководит людьми. Где-то, знаете, по сути, кует те цепи, которые объединяют других людей в каком-то общем деле. То есть очень не проходит, возможно, это несколько людей, возможно, это свое дело, возможно, это прямо высокая очень руководящая должность, но здесь человек прямо держит все в своих руках и кует свое счастье здесь и сейчас. Очень в себе уверенный мужчина, очень такой мужественный. Я вам сразу скажу, что это такой человек выносливый очень. Ему знакомо физический труд, да, он очень много умеет, он как-то вот очень многие какие-то нюансы может, да, вот сделать, исправить, починить. То есть у него очень хорошо работает такое логическое мышление. И вместе с тем я вижу, что человек прямо занимается очень вероятно документацией, документами. Мне проходит, что у него прямо, знаете, что-то с недвижимостью связано. Очень вероятно, что есть цель купить дом, купить жилье. Возможно, уже что-то, да, куплено. Но здесь прямо человек держит жизнь в своих руках. Очень крепко и очень где-то уверенно. Не упускает, не уступает, не дает слабину. Очень конкретный человек. И если мы смотрим на материальный план, есть достаточно хороший доход, но будет больше, потому что человек как бы ухватил орудие труда, да, он ухватил вот эту волну, он знает, как это сделать, как заработать, и будет больше. Будут очень большие такие достижения у него, да. Но по колесу фортуны ему везет, Вы знаете, что действительно человек как в своей стихии. И вообще нам вот первый старший аркан маг показывает, что этот человек может работать в разных стихиях и может добиться большого успеха в разных стихиях. Вообще-то он очень такой обаятельный, он нравится окружающим, он нравится сотрудникам, но в нем есть вот эта хитринка, вот это свое некое, знаете, такое состояние, амбициозность. Добиться лучшего, добиться вершины, быть номером один всегда, в любой ситуации. И я вам скажу, да, этот мужчина способен прямо, и ему идут большие деньги. Он способен заработать большие деньги. Где-то, возможно, с какого-то даже минимума начиная, этот человек способен добиться больших успехов. У него, знаете, некая фортуна, она ему сопутствует. Почему? Потому что он не выпускает из рук, да? То есть он очень целеустремленный, он прям как держится за свое. У него нет такого, да, фигаро тут, фигаро там. Этот человек, если что-то себе задумал, он идет вперед. Да, у него есть некие, да, возможно, скажем так, качества, которые кому-то нравятся, кому-то нет. То есть он может быть прямо, ну вот, я не скажу душа компании, нет, это не рубаха парень. Это человек, который знает свое и знает свою дорогу к успеху. Он не будет, знаете, вот как-то открываться чрезмерно каждому. Он не будет вот как-то в какие-то прямо вот сомнительные компании как-то вливаться. Он очень хорошо знает, чего он хочет и к чему он идет. Вообще-то человек очень такой целеустремленный. Давайте посмотрим еще.
материальный план, да? А теперь давайте посмотрим вот качество человека, что о нем вообще покажут. Вообще-то, что касаемо роста, средний, чуть выше. Очень вероятно, это прямо такие русые или темные волосы, то есть не светлый человек, не блондин, скажем так. Проходят мне зеленые карие глаза. Давайте посмотрим еще. Характер, да? Вот что по характеру нам покажет. Вы знаете, если чего-то захотел, все. Все. Вот некий такой, сказать, что это максимализм, это даже и не максимализм. Некая уверенность в своих силах. Вот что ему присуще. Он уверен, что он сможет. У него очень сильный характер, очень мощная энергия. Он может кардинально жизнь изменить. Такой, знаете, настоящий боец по жизни, который, знаете, не опустит вот этих весел и не будет утопать. Он будет бороться до последнего. И действительно, вот, знаете, сама судьба, видя вот его целеустремленность, она ему будет давать шансы и возможности. Я вам скажу честно, есть вот такие люди, которые его раздражают. Есть такие люди, которых он желает, знаете, грубо говоря, потопить. То есть это какая-то конкурентная борьба, это какие-то, знаете, как друг другу дорогу перешли. То есть он умеет быть в сопротивлении, он умеет быть в некой такой борьбе конкурентной. И очень вероятно, что ему и приходится находиться в такой борьбе. Сказать, что сейчас у него там все гладко, абсолютно нет. Более того, вы знаете, даже если есть какие-то там у него отношения, там нет поддержки для него, а ему эта поддержка нужна. И здесь человек прямо, знаете, ну, в борьбе такой, в какой-то конфликтной, возможно, ситуации находится. Ну, давайте посмотрим еще. Вообще, это очень силен характером. И вы знаете, с таким человеком, с ним действительно нужно быть мягкой и мудрой женщиной. Где-то, знаете, своими женскими штучками, где-то тишиной, тихим, украдчивым голосом. От него, любовью, от него можно добиться всего. Но становиться в сопротивлении, в скандал, в ссору, да, вот с этим человеком абсолютно не стоит. Своим тихим голосом, да, чем тише вы будете говорить, тем больше он будет вас слушать. Чем больше вы будете ласковы к нему, тем больше этот человек будет, знаете, так расположен. Но силой, знаете, вот как-то вот таким натиском этого человека не пробьешь. Этот мужчина, он, знаете, станет в сопротивлении и будет идти до последнего. Ну, давайте посмотрим. Где-то, знаете, в убыток чувствам, в убыток счастью он будет упираться. Потому здесь нужно, знаете, идти по-женски. По-женски, тихо, по-женски, украдкой, и вы добьетесь всего. Потому что этот человек, он, знаете, как может и накрыть своей агрессией, да, то есть сопротивлением, так и может накрыть своей любовью, нежностью, заботой. Он вообще, вот для любимой женщины это просто океан. Это просто очень любящий человек, которому ничего не жалко, который для своей любимой, он вот, знаете, небо преклонит. Ну, давайте посмотрим еще характер этого мужчины. Ой, девочки, по тузу кубков, очень любящий мужчина, вот действительно, вообще такие сильные карты на человека идет, действительно мощный мужчина, где-то ему нужна забота, он упускает какие-то важные моменты, ему нужна пара, ему нужна женщина, которая будет его любить. Потому что он где-то в своем вот этом рывке вперед, он забывает о здоровье, о том, что нужно правильно питаться, о том, что нужно как-то вот, знаете, отдыхать. Вот ему нужна женщина, чтобы она гармонизировала его жизнь. Потому что, да, энергии на движение вперед очень много, но нужна партнерша, нужна пара, нужна женщина, которая будет любить и заботиться. И здесь, да, где-то останавливать, где-то успокоить, и вы действительно будете иметь вот эту такую энергию в отношении этого человека. То есть вы сможете где-то успокоить этого рычащего льва.
вы сможете где-то усыпить, да, вот эту его силу такую динамичную и где-то принести определенную гармонию в его жизни. Вот ему нужна женщина, да. Вот нужна, и он это осознает и понимает, что ему нужна не просто красивая картинка рядом, ему нужна прямо та женщина, которая будет его любить, любить взаимно, любить гармонично, которая, да, о которой он будет заботиться, и которая будет заботиться о нем. По сути, ему нужна его орлица, которая вместе с ним совьет вот это гнездышко, и каким бы грозным, каким бы сильным он ни был, но он всего лишь, да, любящий мужчина, любящий партнер, когда он прилетает в свое гнездышко. Да, это мужчина такой вот, немножечко хищник, да. И иногда нужно вот эту энергию сглаживать, нужна женщина, чтобы любил. Потому что если нет вот этой стороны, да, очень много энергии прямо идет в работу, в зарабатывание денег, в какую-то карьеру, да, вот очень много туда идет энергии. А нужна гармония, чтобы человек был счастлив. Ему нужна пара, ему нужна женщина, ему нужна любовь. Человек по сути своей максималист. И он прямо, знаете, вот с головой идет в работу, в какие-то вот дела. Но если любит, любит одну и по-настоящему. Давайте посмотрим еще, что вам нужно знать об этом мужчине. Что вам нужно о нем знать? Вы знаете, когда вы появитесь в его жизни, для других женщин закроется дверь. Вы будете единственной. И другим женщинам останется только смотреть замочную скважину. Вы можете абсолютно не волноваться по поводу, да, вот каких-то нюансов. Этот человек действительно закроет дверь в прошлое, закроет дверь в какие-то иные похождения, отношения. Этот мужчина будет очень предан вам. Да, у вас с этим человеком прямо будут отношения. Вы появитесь, и для других женщин закроется дверь. Это будет перемена большая вот в вашей жизни, да, и в жизни этого человека. Он может привнести очень много, но самое главное – это некое исцеление. Исцеление быстрое, исцеление вот истинное. Такое будет впечатление, что этот мужчина вот появится, все какие-то ваши жизненные опыты, разочарования, сердечные шрамы, оно когда вот все, знаете, сгладится моментально, останется просто в прошлом. И вы будете жить моментом здесь, сейчас, в любви, в гармонии, в отношениях с этим человеком. Да, он где-то разгонит, да, не только ваши печали, но и ваших кавалеров. Выйдет на первый план сразу, и его не остановит, что, возможно, у вас там какой-то ухажер. Это вообще мелочи. Если на вашем пальце нет кольца, значит, вы должны быть его женщиной. Если у вас есть желание быть с ним, значит, вы будете его женщиной. Я вам скажу, что этот человек привнесет то, чего вы ждете. То, чего вы ждете в свою жизнь. И где-то вот сгладит, развеет вот эти тучи, сгладит вот это, знаете, сгладит какие-то сердечные шрамы. Я вижу, конечно, знаете, что и вот здесь нам показывало, что вы прямо как в латах, вы защищаетесь сейчас. Вы боитесь, возможно, открыться своей душой. Возможно, кто-то думает, да кому оно надо? Да сейчас на это никто не смотрит. Давай только телесных наслаждений и все, можешь быть свободна. И вы как-то вот это свое женское, вы действительно вот этот цветок лелеете и прячете. То есть в сомнениях, нужно ли оно тем мужчинам, которые, возможно, сейчас в вашем окружении. Но поверьте, что этот цветок, он будет бесценен. Вы, как женщина, ваша нежность, ваша любовь, она будет бесценна для этого мужчины, потому что он ищет именно этого. Именно этой нежности ему не хватает в его жизни. Ему не хватает вот этой заботы от любимой женщины для того, чтобы быть по-настоящему счастливым. Не просто успешным, не просто удачливым, а именно счастливым. Потому что счастье возможно только когда ты в паре, когда ты любим и любишь. Ну вот так вот. Ну что ж, давайте посмотрим, к чему вам быть готовой, да, вот в отношениях с этим мужчиной. К чему быть готовым? К чему быть готовым? Вот вы посмотрите, что прошлое закончится в один мгновень и придет счастье. Будьте готовы к тому, что придет счастье. Как-то вот, знаете, молниеносно и навсегда.
И по тузу пентаклей, вы знаете, вот все будет пройдено. Все будет пройдено, и счастье не миновать вам с этим мужчиной. Ну что ж, мои дорогие, давайте будем смотреть дальше. И посмотрим, каким образом вы познакомитесь с этим человеком, если еще не знакомы. Потому что здесь, конечно, очень большая вероятность, что есть этот человек уже в вашей жизни. Что вы уже встретили этого мужчину. Но все же, да, давайте посмотрим. Если такая встреча еще не состоялась, как состоится эта встреча? Как произойдет это знакомство с вашим судьбоносным человеком? Как произойдет? Ой, это просто накроет с головой, девочки. Просто накроет с головой. Не будет возможности избежать этого момента, не будет возможности как-то увернуться, да, это просто накроет с головой, настигнет буквально. Но я вам скажу, что здесь очень такая динамичная карта. Во-первых, я вам скажу, что этот человек прямо вас заметит, и он пожелает вас буквально, знаете, ну, достать, да. Ох, девочки, да, по рыцарю кубков действительно мужчина свободен действовать по отношению к вам. И по отношению к вам это будут очень искренние, очень настоящие, светлые чувства. Ну, давайте посмотрим. Очень вы ему понравитесь с первого взгляда, и где-то это будет вот такой момент, которого вот уже не избежать. Все, это уже случилось. Как-то вытереть из памяти это не получится. Это что-то, это прямо особенная встреча. И вы знаете, вот здесь прямо идет как настигнет. Настигнет вот эта волна. Вы не сможете увернуться, вы не сможете убежать. Просто настигнет вот эта волна, и этот человек, он появится в вашей жизни. Действительно, такая, знаете, очень динамика идет. Я предполагаю, что этот человек как приедет. Возможно, даже на сегодняшний день вы можете находиться очень на большом расстоянии. Где-то, да, вот океаны могут вас разделять, потому что здесь прямо, знаете, много воды. То есть очень может быть, что эта встреча произойдет у воды. Или этот человек сейчас находится буквально одна через море определенное от вас. Но ваша встреча очень вероятно может произойти у воды. Это какой-то водоем может быть, это может быть река, это может быть какое-то озеро, море, да. Это очень может проходить ситуация даже фонтана. Даже фонтан. Почему-то мне идет, знаете, как в аэропорту фонтаны, на вокзале фонтан. Очень может пройти такой момент. И я вам что хочу сказать, что вот эта стихия воды, она усилит в энергетическом плане то ощущение и те эмоции, которые у вас будут при первой встрече. Да, здесь будет разговор, однозначно, то есть этот человек, он не пожелает упустить, он как-то, возможно, очень активно себя проявит, именно будет разговор со стороны мужчины, то есть он как-то вас зацепит, он как-то вас будет, да, на какой-то разговор вас спровоцирует буквально, да, то есть он будет активно очень действовать. Здесь идет момент, знаете, сказать, что это может быть знакомство через кого-то, может проходить. То есть у вас может оказаться какой-то общий знакомый, и вы знаете, как вас познакомят. Вас буквально познакомит общий знакомый. Возможно, человек, который, так сказать, находится в тени, с которым вы не особо много общаетесь, с которым у вас нет особого контакта, но в том моменте, да, это будет связующее звено. Этот человек станет связующим звеном. Очень может быть, что вас познакомят. И очень может быть, что это прямо, знаете, как ну вот много воды, много ну вот это что-то рядом с водой может быть. Вы знаете, что в этот день может быть дождь. То есть вот такая вот ситуация, вот так вот может проиграться, что в этот момент может быть дождь. И где-то вы без зонтика, понимаете, и вас буквально вот настигнет вот этот мужчина и зонтиком укроет вас от дождя, и это будет прекрасный повод вам познакомиться. Итак, давайте будем смотреть дальше. Первое впечатление этого мужчины о вас. Давайте посмотрим. Первое впечатление о вас. Первое впечатление, девочки, здесь, ну, очень как молния. Как молния, и очень активно как-то действовать, да, нужно действовать. Подсознательное состояние действовать. Это нечто, это особенное, это как некое землетрясение, которое случается вот чрезвычайно редко, да, и вот это момент действовать, очень понравитесь.
Это как, знаете, шанс, возможность ухватить свою молнию прекрасную, да. Ну вот первое впечатление о вас, девочки, десятка пентаклей, я вам скажу, очень хорошее мнение о вас. Вообще очень такая благородная, эффектная, красивая женщина. Вы знаете, как-то для семьи. Я бы даже здесь сказала, что этот мужчина при взгляде на вас подумает, вот на таких женится, знаете, вот такую ищет, да, на таких женится. Очень вероятно, что вы имеете какое-то сходство вот с его мамой, сестрой, тетей, да, то есть есть что-то прямо родненькое, прямо близкое, прямо, знаете, как к роду предастся. То есть вот она бы хорошо смотрелась, да, вот в моей семье. Вот такая будет первая мысль, и поверьте, она будет прям молниеносная. Ну, давайте посмотрим еще. Первое впечатление о вас. Первое впечатление – действовать. Действовать шаг за шагом, действовать прямо вот в вашу сторону. Не упустить момента. И знаете, как хочу ее узнать. Хочу ее узнать, хочу ее как-то вот прочувствовать. Ваше впечатление об этом мужчине. Ой, вы знаете, вы в первую очередь как-то, ну вот, мужчина будет очень красиво проявлять себя по отношению к вам. И вы будете видеть, чувствовать, что вы ему нравитесь, что вы хороши в его глазах. Вы будете чувствовать себя настоящей королевой. Вам настолько будет приятно самоощущение рядом с этим мужчиной. Здесь говорится о том, что этот человек, он как, знаете, как и внешне. То есть вы прекрасно понимаете, что вы красивая пара. Что некие слова и некие, знаете, лепестки роз, это именно к вашим ногам. Не к ногам других женщин, которые есть в окружении. Не потому, что он так привык, а именно для вас. То есть у вас будет чрезвычайно приятное впечатление об этом мужчине. Ну, давайте посмотрим еще, да. Ну, он прямо действует, не стесняясь, не боясь, не опасаясь, не как-то в тени. А, возможно, где-то на пролом будет идти, да. Где-то будет идти на пролом. И вы знаете, что у вас будет такое вот впечатление... даю шанс. Я вот здесь так скажу. Вы пожелаете дать этому человеку шанс. Потому что, знаете, как-то закроете тот момент, что я не доверяю, я не верю, я как-то вот не расположена там или еще. Вы дадите этому человеку шанс. Вы откроетесь для новых вариантов, для нового развития событий, для этих отношений. Вы действительно откроетесь. Этот человек где-то, возможно, вы посчитаете его настойчивым. И вот эта настойчивость, она где-то вас буквально подкупит. Она вас подкупит. Но здесь, да, здесь есть момент, боюсь, разочарования где-то, знаете. Но я так довольна, мне так приятно. Внимание этого мужчины, что это ну просто караул. Ну хорошо, да знаете, такое впечатление, как будто бы он, как ощущение, что ему нужны именно вы. И вот это ощущение, оно действительно вам будет очень импонировать. Мужчина вам очень понравится. Ну давайте будем смотреть еще. Да, вот как женщина, как вы, какое вы произведете прямо впечатление, ну, ваша внешность, да, будем говорить так. Ах, хороша, девочки, туз пентаклей, мужчина просто, ну да, да, это оно, прямо с ней так хорошо, так приятно, так тянет и так прямо счастливо. Вы знаете, очень между вами завяжется приятный разговор, почему-то как родное и близкое, понимаете так друг друга, ощущаете друг друга, у вас так будет приятно развиваться общение. Я бы даже сказала, что вы прямо вот найдете точки соприкосновения, будет какой-то конкретный разговор, который вот утянет вас. Это может быть какое-то кино, да, которое вы смотрели, и вы прям будете его бурно обсуждать. Погода, ситуация вообще, но вы будете очень приятны друг другу. И некие идеи, мысли, изъяснения друг друга, ну вот они будут, знаете, очень интересны. Вы мужчине покажете чрезвычайно интересны. А почему? Потому что и он вам будет интересен. Это будет действительно взаимно. Ваше впечатление, вот как, скажем так, как о мужчине, об этом мужчине. Ох, девочки, колесо фортуны, боже, шикарные карты. То есть,
Ну, закрутила, закрутила, да? Колесо фортуны показывает некую вереницу событий, вереницу слов, вереницу каких-то происшествий. Как-то все так динамично, плавно и классно. Вот все классно, все прямо вот легко. Легко с этим человеком, приятно с этим человеком. Ну, прямо, ну, классно, классно и все. И где-то, не без того, чтобы вы оглядывались, знаете, где-то останавливали себя где-то в моменте, стоит ли верить, но вы очень быстро отбросите это. Потому что вот эта его настойчивость, да, вот эта его настойчивость, она пробьет вот эти стены, вот эти латы, да, которые вы настроили вокруг себя в желании защититься. И ваши иголки, да, тот, кто видит иголки и боится как-то к вам подойти, не может найти правильных слов, для этого мужчины это будут просто, знаете, шипы розы, но роза слишком прекрасно, чтобы от нее отступить. И он, знаете, не пожалеет своих рук, не побоится уколоться, не побоится какого-то разочарования или отказа. Он прямо будет идти напрямую. И вот колесо фортуны показывает, ну просто повезло. Повезло, прекрасный вечер, прекрасное знакомство, прекрасный человек наконец-то встретился вам в жизни, как судьбоносное счастье. Давайте посмотрим, как будут развиваться эти отношения в будущем. Как будут развиваться, какое развитие вообще ожидает эти отношения. Как будут развиваться ваши отношения. Ой, такой настойчивый, девочки. Ну, знаете, это судьбоносная встреча, это судьбоносное развитие событий, и вы действительно очень гармоничную создадите пару с этим человеком, когда вы прекрасная, нежная, вдохновляющая, а он настоящая сила, мужская энергия, и вместе вы создаете гармонию. Я вам скажу, что у вас очень динамично будут развиваться отношения, и это судьбоносные отношения, которые действительно приведут вас к наилучшему развитию событий. Вот так вот, ну что ж, мои дорогие, а сейчас мы возьмем ключевую воду, которую я набрала сегодня утром, именно из родника, и мы посмотрим подсказки на воске. Возьмем вот эту свечу, которая у нас горела во время этого расклада, и посмотрим, какие подсказочки нам даст вот эта свечка. Давайте посмотрим цифры, буквы, знаки, да, какие будут знаки, какие нам покажет эта свечка под конец этого расклада, даст вам подсказочку какую-то. Итак, родниковая водица, тайну открой, о судьбе расскажи. Судьбоносного мужчину притяни, приведи, любовь, нежность, страсть. Покажи нам подсказку. Девочки, очень может проходить встреча именно на улице. Действительно. Действительно, очень вероятно, какой-то водоем в окружении, какая-то вода хлещет. Очень может проходить прямо дождь в этот день. Или же вот на берегу, это какая-то набережная. Это прямо вот в ваших глазах, да, как боковое зрение, будет много воды. Очень, знаете, такое будет общение, оно как почему-то обширное, да, то есть вы как-то много будете говорить, и темы, как показывают, как одна за одной, как темы показывает. То есть вы, это какая-то незапланированное прямо столкновение, и у вас прямо будет такое желание, не хочу его отпускать. И он также, да, вот не хочу ее отпускать. Девочки, вырисовывается буква М. Очень может быть, что это буква имени, фамилии, инициалов. Что-то вот в инициалах может проходить.
покажи. Очень, знаете, такой вот момент, ваша связь, она уже прерываться вот не будет. Вот вы как встретитесь с этим человеком, вы уже все время будете поддерживать связь. И даже если будут какие-то обстоятельства, вот ему нужно уезжать куда-то или еще, ваша связь, она не будет прерываться. То есть вы уже, когда начнете отношения, вот они уже у вас будут продолжаться, и вот они такими будут. Я бы даже больше сказала, что у вас будет прямо такое стремление все время быть вместе, быть рядом с этим человеком. Очень, знаете, как-то обогащенное будет общение. Действительно, я вам однозначно скажу, что вы очень понравитесь родителям, понравитесь вот друзьям, окружению. А вы знаете почему? Потому что этот человек рядом с вами, он будет становиться счастливым. Это будет видно, будет очень видно счастье этого человека, и потому вас очень как-то быстро примет его окружение. Вы знаете, здесь есть какой-то вот такой момент, как подсказочка для вас. Вы не должны оглядываться. Очень может быть, что здесь может проходить момент какого-то... Вот все, да? Значит так, мои дорогие, цифра 1, буква М. Не оглядывайтесь, вот какой-то вот совет, не оглядываться. То есть в прошлое не смотрите, не оглядывайтесь. Живите, идите вперед, все будет прекрасно. У вас прекрасная перспектива с этим человеком. И вы знаете, что вот будет ваша дорога, я не могу сказать прямой, но она не прерывается. Вот отношения с этим человеком, они не прервутся. Они вот так вот будут развиваться. И будет очень такая активная фаза, которая вот приведет действительно к вашему объединению. Я бы даже сказала, что быстро. От начала вот ваших отношений и до прихода к таким очень уже конкретным, скажем так, партнерским отношениям, это вот 3 месяца, вот начало 4 месяца, 3,5 месяца. То есть ваши отношения очень активно, быстро разовьются. Сказать, что вы будете как-то оторваны от того общения, в котором вы сейчас находитесь, ну вот я не могу, то есть лучшее останется с вами, а того, от чего вы хотите отойти сейчас, вы его и отбросите, вы его и отринете. Но рядом с этим человеком вам будет очень хорошо. И его окружение вас прямо примет как свою. Как будто бы у них нет выбора, потому что он вас выбирает, и вы для него лучшая. И они просто принимают выбор этого человека. Это очень свойственно для сильного мужчины, которому да вот не захотят и не пожелают перечить, понимая, что если он принял это решение, значит, это действительно для него значимо и важно в жизни. Вот такой вот у нас сегодня расклад, мои дорогие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень-очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви, смелого и благородного человека в вашу жизнь. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!